Доброе утро. Ну что, у меня все продолжаются приятные хлопоты. Собрала сумку в роддом. Не стала заказывать готовую. Сама что-то искала на Wildberries, что-то в магазинах искала. Вот, положила вроде все. У меня такое чувство, что я всегда, когда куда-то собираюсь, я всегда собираюсь за месяц, за два, потому что я все вечно передумываю, перекладываю и так далее. Я, конечно, в этом плане немножко сумасшедшая. У меня всегда такое чувство, что я что-то где-то забыла. Вот. Сегодня еще буду отпаривать кроватку, отпаривать шторы. Конвертик на выписку тоже хочу пропарить как следует, чтобы уже все было готово, сложить все в сумочку, чтобы родители мне уже привезли в роддом. Как еще в себе силы найти, съездить в магазин, что-нибудь себе купить на выписку, потому что не очень хочется в такой праздничный день выходить черт пойми в чем. Либо в спортивном костюме, либо еще в чем-то. Хочется быть красивой. Хочется сделать укладочку, накраситься, чтобы это запомнилось.